Вот такой фильтр вазовский. Режу поперек вот так, вот на такие. Потом замачиваю в банку, прям ложим его вот так. Только промочился, вешаем вот так, высушиваем. Потом режу каждый сегмент пополам, вот так вдоль. Потом получаются вот такие штучки. Гинаю. Одной рукой неудобно снимать. Вот такой получается домик. Раскладываю, если 20-кубовый, на 20 доз, вернее, бипин, значит, я раскладываю 30 полосок таких. Набираю бипин до конца, вытаскиваем поршень. Так, как показать, 22 миллилитра, да? Да, шприц 22 миллилитра. Кубика, короче. Вот, набрал. Полно воздуха набрал. Потом беру вот так в ладони. Просто чуть-чуть, не прижимая ничего. Вот, вот так. И переворачиваю, и начинаю капать. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Воздух греется. Бипин начинает вытекать. Капать хорошо. Ну, в конце бывает не хватает температуры. Тогда я беру вот так пальцами немножко раз, прижимаю его. Раз, 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 и все. Не надо поршнем там что-то двигать, не двигать. Главное его до конца вытащить, чтобы воздуха было много. Вот и все. Затем поджигаем край полоски и в литок вставляем вот так. И пальцем, оп, только не сильно, а то они бывают переворачиваются. Готовил полосок, капал бипином. Вот, видать, капельки, 3 капельки, да? Так, сверху. Теперь проверяю, где нету прополиса. Нету прополиса. Чуть-чуть их согнуть. Теперь поджигаем вот так. Дымится, да? Ну вот. А теперь вот так туда раз. И так легенько. Оп. И посмотрим. Через полчаса после обработки клещ бедненький выбегает из ульев. И пчелы его бегут, как же тебе показать, как-то она его там гоняет. Ага, вот он. И вон он, и вон он. Да, а вот он бегает. Зверюга. Эх. Вот так продымили. Теперь дней через 5, наверное, буду еще дымить. Вот он. Прям падает на глазах. Инкубатор из холодильника Морозко. 2М. Короче, все я с него выбросил, весь холодильный аппарат. Купил вот такие, значит, один регулятор температуры, контроллер температуры, другой контроллер влажности. Вот. Ну, раньше такие были, сейчас уже есть 2 в 1. Вот. Значит, так что дальше. Обогреватель из Китая. Вот такой, вот, с радиаторами на 12 вольт, это все у меня, значит, кулер с компьютера, здесь водичку ставлю, если влажность маленькая, то наливаю водичку, бывает, просто ложу еще салфетку в
корыто, чтобы испарялось. Значит, обязательно вон там шланг доступа кислорода. Вот этот вот. И он выходит у меня вон туда. Значит, контроль температуры. Где он? У меня датчик здесь. Ну, где-то в середке. В середке. Датчик где-то тут. А, вон он, вон кончик его висит. Вот там он, кончик его висит. Значит, клеточки раньше были... Ну, стальные клеточки, как их там, титова. Вот, я их ставил вот в такую штучку. Вот здесь, по-моему, 20 штук умещается. И, короче, вот так. Сейчас все. Все сдвинул. Вот так ставишь их. И все. Отказался в длину. Не помню почему. Тут размер, короче, получается. Если я рамку поставлю не длинную, то у меня много будет пустого места. Так у меня больше вмещается. Ну вот и все. Вот так. И вот этот клей. Шустрая слишком матка. Значит, вот так капнем капельку клея. Так. Другой конец смачиваем в воде. Берем опалитку. И вот так вот. Номер 6. Теперь бросаем ее в клеточку и прикрываем. Вот она пошла у нас. Пошла, так пошла. Так. Это пускай подсыхает. А вот эту пятую я сейчас буду отпускать. И посмотрим, вернется она домой или нет. Что ж такое? Сюда она должна вернуться. Летает рядом, летает, летает. А нуклеус не похож. Вот она, вот она, вот она, вот она пришла. Пришла. Вот так. Забыл показать, как я вставляю пистоны. Короче, вот такую штуку сделал. Ну, можно так сделать, можно болтик и гаечку заварить, дырочку просверлить, гвоздь обыкновенный вставляю, вот так вот с ручкой. То шило какое-нибудь у меня было. Вот. Теперь беру вот так раз, и у меня она здесь уже. Ну, вот это так долго я еще набирал. Одну наберу так, потом буду показывать одной рукой делать, другой снимать. Потом вот так беру, раз, как бы в ногу не воткнуть, оттуда снимаю сейчас. Ну, короче, вот так вот я ее толкнул, уже она на месте, все. С краю от пинофола что-то они ушли. А вот она матка. В этом году вот эта партия какая, третья маток, все тигровые, потому что в жару выводились все. Первая партия от этих же маток были темные, теперь вот такие вот плодятся. Сейчас я ее помечу, на паузу поставлю. Забавить. Вот такой у меня пузырек, раз, оп, все. Пузырек вот такой вот. В землю втыкается. Сейчас. Давай возобновляем. Следующая рамка. Сейчас посмотрим, как работает гравицап. Как показать ее? Вот так. Камешки там у меня. Одну кинул, она рассыпалась. Оба-на. Оба-на. Вот так работает гравицап. Сейчас вот еще одну
Это литровая полторашку упустил, рассыпалась. Смотрим. Опа, пошло.